Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil, первая часть Remastered. Итак, мы с вами, значит, короче, что мы с вами? Мы с вами исследовали комнаты, значит, с ключом латы, все комнаты вроде как бы пооткрывали. И теперь нам нужно пойти и решить. Нужно сейчас выполнить головоломку с лунной сонатой. Сейчас мы сразу с вами по пути возьмем, короче, герб. Вот через столовую пройдем, возьмем герб. Лоб-то чешется, ну что ты, все чешется, но... Так, возьмем герб и, выполнив головоломку с часами, попробуем выполнить головоломку. Ой, выполнив головоломку с лунной сонатой, попробуем выполнить головоломку с часами. Надеюсь, будет доступно. И мы что-то там возьмем. По-моему, если не изменять память, там, короче, после головоломки с часами мы возьмем с вами ключ, который нам нужен будет для для того, чтобы попасть к змее. Если по времени, да, мы будем успевать, мы еще изгоняем сегодня с вами к змее. Так, я беру, короче, герб, эмблему. Изучить. Это что, на латыни, да, наверное, написано? Латынь? Язык-то. Язык-то латынь. Внешние края затерты из-за частого использования. Понятно, туда-сюда его... Туда-сюда его, короче, вытаскивают и вставляют. Герб-то этот. Так, получается... Да? Сюда. Бляха! Ёпте мать-то кто! А сюда? Тихо, пога. А я не могу открыть. А нет, смотри, открываю. Там кто-то ломался. Сейчас будет прямо у двери здесь стоять. Бляха, ты смотри какой! Нет. А погоди, мне сюда надо? Это уже превратившийся, бляха. Нет. Бля. Сюда мне надо. У меня ружья нет. А, с пистолетом опасно. Опасно вот этого с пистолетом мочить. Я надеюсь, он сюда не придет. Бляха, они оказываются еще эти. И двери, короче. Выламывают, ублюдки. Так. Окей, ништяпок, короче, взяли. Ой, пока еще ничего не взяли. Так, это что? Дневник Тревора. Дневник Тревора. 24 ноября 1967 года. 11 дней прошло с тех пор, как я прибыл в имение. Как я мог закончить? Вот так. Парень в лабораторном халате пришел с тарелкой скудной еды и сказал... Мне жаль, что так вышло, но это из соображений безопасности. Тогда он ударил меня. Теперь все обретает смысл. Есть только два человека, которые знают секрет особняка. Сэр Спенсер и я. Если меня убьют, сэр Спенсер будет единственным, кто знает секрет. Но зачем? Уже не важно. Тут слишком опасно. Моя семья. Я надеюсь, что они в порядке.
Я решил бежать. Джессика, Лиза, я молюсь за вашу безопасность. 26 ноября 1967 года. Как я мог быть таким неаккуратным? Я потерял любимую зажигалку, которую мне подарила Джессика на мой день рождения. Теперь будет гораздо сложнее выбраться из этого темного места. Это получается вот зажигалку, которую мы нашли. Это вот эта вот зажигалка, да? 13 ноября. Дата, когда моя судьба была решена. Моя тетя была госпитализирована за 3 дня до этого. Джессика и Лиза говорят, что собираются навестить ее. Жаль, что я не могу быть с ними. Так, 13 ноября и 3 дня до этого. Надо запомнить. Вдруг пригодится. Но подождите, даже когда я пишу, моя память возвращается ко мне. Перед тем, как потерял сознание, я помню, что человек в халате сказал что-то вроде: «Скорее всего, ваша семья уже...» Я молюсь за их безопасность. 27 ноября 1967 года. Каким-то чудом мне удалось выбраться из этой комнаты, но выбраться из особняка будет нелегко. Я должен пройти все ловушки и загадки. Глаз тигра, золотая эмблема. Я должен попробовать и все вспомнить ради своего блага. Так, говорит, глаз тигра. Глаз тигра, ну мы знаем. А что там? А что этот глаз тигра? Там только припасы глаз тигра. Золотая эмблема. Золотая эмблема, ну вот сейчас мы, получается, да, будем делать. Окей, короче, чувак был закрыт, вот этот Тревор был закрыт в этой комнате. Видать, он поставил, короче, или взял эмблему и не смог, короче, выйти отсюда. Хотя почему он не мог выйти отсюда? Я же смогу сейчас выйти. Смотри, раз закрылась, а у него эмблема стояла. А дверь была закрыта. Почему? Как так? Так, окей. Золотая, да, эмблема? Золотая эмблема. Внешние края затерты из-за частого использования. Видать, это тоже туда-сюда дергали. Так, ставим вот эту деревянную. Все отлично. Погоди, патроны. Ага. Перезаряжены все. Окей, отправляемся, короче, обратно в столовую. Да, я сейчас, получается, ставлю, короче, вот эту эмблему и заработает там с часами эта вся фишка. Механизм, получается, заработает. Ёпте мать. Вот когда-нибудь он ее выломает. И мне нужно быть, короче, это, с ружьем в этот момент. Да. Все, да. Все так, как я и говорил. Окей, здесь, короче, такая фишка. Я погоди, посмотрим сначала так. Когда двое пробегут друг против друга, путь к вашей судьбе будет открыт. Похоже, вы можете вращать шестерни на 3 часов. Попробовать? Нет, пока. Пока нет, погоди. Получается, там есть цвета, погоди-ка. Там еще цвета есть. Щит, меч, доспехи, шлем. Так, интересно, это что-то значит или надо просто стрелки? Так, изображение двух рыцарей, атакующих друг друга. Короткий меч пронзил грудь одного рыцаря, тогда как длинный меч пронзил голову второго. Я хочу посмотреть. Получается, у нас длинная стрелка. Длинная стрелка. Я не знаю, вот это вот цвета-то имеет значение, нет? Длинная стрелка, короче, у нас получается, что это? 12. 11, да, наверное? Так, 12. Нет, погоди, 12. 12, 10. Ой, 12, 11, 10. Наверное, 11 или 10. Получается, окей. Маленькая стрелка у нас получается так, это 12, час, 2, так, 3. Короче, посмотрим. Дай уйди-то от него, я уже насмотрелся.
Так, погоди, длинную стрелку сейчас мы будем. Сейчас с длинной стрелкой сейчас разберемся. Бляха! Средняя, большая. Ну, наверное, большая. Чуть влево-вправо. Так, погоди, влево. А это маленькая стрелка, да? Блин, как не то. Там под углом, там на двойке стояло. Так, нет. Да. Что так много текста там, бляха. Какую я сейчас... Ага. Так, я крутил влево, значит справа. Да погоди, теперь надо по часам... Ой, значит по цветам надо. Погоди, по цветам. Значит, маленькая у нас населенная, большая у нас... На красное. Маленькая на зеленое, большая на красное. Маленькая на зеленое, большая на красное. Так, маленькая на зеленое, большая на красное. А, друг мой. Понятно. Продолжай вращать. Так, погоди. Так, среднюю. Вот так. Да, получается. Да, продолжит вращать. Так, большую получается у нас влево. Все проще пареной репы, короче-то. Как бы, в принципе. Вот и ключ. Ключ особняка, окей. А ключ это у нас получается... Так, изучить. Это у нас ключ щита. Ключ с изображением щита. Хорошо. Все. Теперь можно бежать, короче, к змее. Других у меня пока... Значит, получается, да, здесь ключ. А у этой... У змеи, короче, там будет этот... Маска, наверное. Так, погоди, а здесь какой щит? Нет. Шлем. Я не знаю. Брать ли мне... Дробаш. Я хочу попробовать не тратить патроны. А, не, дробаш надо взять. Вдруг там этот, короче, превратился и встал. Давай-ка сбегаем, короче, за дробашом. Вдруг там превратился и встал. Там же у нас зомбарь лежит. Ну, щит, по-моему, ключ, он только для той двери. Больше здесь не, в доме, по-моему, нет никаких дверей с щитом. Я предполагаю, что сейчас мы со змеей, короче, справимся, и нам придется уже выходить туда. Помните, что там, сторожка охраны или что-то такое было в оригинале? Так, окей, давай возьмем дробаш. Почему патронов нет? Возьму дробаш, короче, вот эти патроны я убираю. Оставлю, короче, пистолет с 15 патронами. Вот. А возьму аптечку еще. А смотри, у меня фляга, если я могу кого-то сжечь. Гребень ветра у меня еще есть. Так, окей. И еще одну аптечку возьмем. Хорошо, так, вот это перезарядить. Хорошо. Вот эти патроны я уберу ненароком, чтобы не потратить. Тут как-нибудь там выкручиваться. Так, уже ее сразу экипируем. А сохранятся, не сохранятся, я не знаю. Давай попробуем. Попробуем сохраниться. На всякий пожарный. Еще, я думаю, наберем, короче, ленты.
еще попадется. Что мы еще даже в игре не прошли, по-моему. Так, окей. Джил. Клиента убираю. Ну и в принципе. Не, все-таки надо было не сохраняться, надо было сохраниться после змеи. После змеи надо было сохраниться. Ладно, после змеи, если что, сохранимся еще раз. Сторожки там, по-моему, возьмем эти. Ну, в этой в доме охраны. Возьмем патрон. О, эти, ленту еще. Ну и патроны там должны быть. Там, по-моему, еще пауки будут. Ну, как бы, в принципе, здесь сейчас несложно должно быть. Ну, как бы, в принципе, мне сражаться-то с ней не надо. Мне просто пробежать, короче, по бырьму. Потому что она меня там не куснула. Вот. Сложнее будет, когда надо будет с ней сражаться второй раз. Там уж сложнее будет. А что там? Нет, все нормально. Больше не нужен. Нужен все с Богом. С Богом. Для тебя по ней не собираюсь, как бы, в принципе. А что тут? Патроны есть какие? Здесь ничего. Здесь ничего вас не заинтересовало. Окей. Здесь что? Может, здесь что заинтересует, э? Возвращаю долг с процентами. Кто что? Кто что? Ву-ву-ву-ву-ву-ву! Маска. Хорошо, маска смерти. Так, изучить. Это что у нас за маска? Это у нас маска без носа. Прыщами без носа. Все, теперь надо валить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай-давай, беги. Неожиданный поворот такой, неожиданный. No! Я думал, будет заставка. Леха, я его бросил. Его бросил. И он умер, да? Я еще раз зайду. Сейчас там, блин. Нет, беги. Она уже заглотила его. Я, короче, это... Спас сначала Брэда, потом, короче, это бросил его. Опа, от этого. Зомби нет, смотри. Брэд его зафигарил, что ли? Так, у меня есть три маски. Какой? Ты какой? Нормальный или... Попробовать. Все нафиг. Такой ошибки больше делать, как в прошлый раз, нет. Не хочу. Не хочу, спасибо. Так, его замутил, короче. Бляха! Ни хрена себе! Ты ничего не попутал, Ну-ка. А, эту откроет. Хера они такие стали, они начали, короче, двери открывать. Ну-ка.
Это вроде шносит. Так. Окей, знаешь, где мы еще не были? Я что вспомнил. Нам нужно. Там, по-моему, 4 маски надо. Поэтому. Вроде как нам нужно взять вот это. Это я оставляю. Ружье. Ладно, пускай у меня будет на всякий пожарный. Неохота его, в принципе, тратить, но пускай будет. А, патроны для пистолета. Патроны для пистолета сохраниться надо. Знаешь, куда мы не ходили с вами? Сейчас покажу. Трудно объяснять, сейчас покажу. На следующую сохраним. Мне, конечно, Брэда жалко, я не ожидал. Так, окей. Все, погнали. Там вроде собаки должны быть. А, еще и зомби. Надо. Это карта. Перезарядить немножко. Вот сюда, короче. Здесь дверная ручка вот-вот сломается, да. Войти все равно. Все равно войти. Здесь, короче, зомби, и там будут собаки, я не помню, одна-две. Да уйди! Нее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 
Так. Ни хрена себе, он у меня три раза, короче, куснул, и все, у меня, прикинь, это... Все плохо. Так, мужик. К дверям беги. Быстро. Падай, собака! Да? Не тыкается? Плоховаст. Получилось. Близко слишком подошел к нему. Ладно, пускай лежит. Я надеюсь, что когда появятся хантеры, то вот эти вот зомбари, они все пропадут. Так, здесь собака. Аккуратно тоже надо быть. Так где? Ай-яй-яй, сзади! Это как, бляха? Че, убил? Еще и убил. Это как я выстрелил? У меня патрон, короче, через это, как-то через спину пролетел, что ли? Ладно, нормально. Вот сюда. Это как раз дорога ведет, короче... В углублении что-то написано. Осквернитель проклятого гроба. Нет, необходимо. Так, это уже что-то интересно, погоди-ка. Я что-то где-то пропустил. Осквернитель проклятого гроба. Ну-ка. Значит, маски что ли надо? Угу.
меня получается, что, маски все собраны? Их 4? Закрыто. Эмблемы. Ай, не туда. Не туда ломлюсь. Так, надеюсь, эта ручка не сломается. Хотя можно там... А, нет, там зомбарь ходит. Вот это ад. Надеюсь, ручка не сломалась. Потратился? Ну, все равно... Ну, ладно, потратился, так потратился. Там все равно это... Все равно бы пришлось их убивать. Так, окей. А, мне нужно тогда будет... Сейчас патроны для дробаша. Если мне надо к маскам, значит, мне нужны патроны для дробаша. Так, раз... Два. Три. Ну, три маски. А там 4 должно быть. Нос. Глаза. А, или нет? А где я еще-то не был-то? Мне почему-то кажется, что маски это... Ну. 4. Где я еще-то не был? Че я еще пропустил-то где? Кто помнит, а? Если сейчас не. Если сейчас нет. Я не знаю, что делать, не помню. Надо будет подумать. Да, надо будет думать. Так, этот пыль там ходит. Лех, от как? Вот как сделать, чтобы она ему башку, короче, разнесла? А чё он там? О, сюда иди. Застрел. Ну что делать-то? Зеро убивать придется. Что, мне пройти-то надо? В любом случае. Сюда-то иди, ёпти. Двери так мы умеем открывать, а вот так вот тупим, да? Что, бежать? Что, да? Ой, бляха. Одни растраты на них, на всех. Хранитель проклятого гроба. Но проклятый гроб это у нас получается там. В этой. В масках. Куда побежала? Куда разогналась-то? Ой, этого нет, смотри. Задралась ждать, что ли? Или убили тогда? Нет, вроде не убивали. 4, ёпти, я говорю 4. 4 маски. Ладно, я вставлю сейчас сразу. Это что у нас? Каменная статуя на месте глаз, носа и рта. Вот такой у меня нет маски. Так, рот. Вс,
Все. Вот такой у меня маски нет. Мне надо где-то... Я не помню. Я хоть убей, я не помню. Где ее доставать? Где мы не были-то? Так. Надо подумать, где мы не были. Так, где карта? Этаж. У нас еще двери тут закрыты. Где вот здесь? А это что-то комната не исследована. Смотри, вон там еще комната не до конца. В процессе. Какая-то комната. Что за комната в процессе? Я что-то там не взял. Да получается, вот там змеи. Процесс секунд. Зомбарь, бля, какой. Правильно же сюда? Да? Чисто. А что там в процессе? Что-то упустил. Эх, тут зомбарь. Там, в принципе, можно как-нибудь попробовать его вот так обдурить, короче, вокруг стола там. Здесь. Чё в процессе-то? Чё в процессе-то здесь? Ну-ка. Какой процесс-то здесь? Он же не может показывать, типа, из-за зомби. То, что здесь. Может, а здесь чё? А здесь... Патроны, ёпти мать. Я же говорю, здесь где-то патроны должны быть. Все. Я же говорю, здесь где-то патроны должны быть. Помните, я говорил, что здесь где-то должны быть патроны. Оказывается, я плохо нажал. Все. Итак. Лестница там. У меня других ключей нет. Как бы. А ну-ка. Смотри, какая-то эта комната там. Я там не был. Маленькая такая. Ща, погоди-ка. Ну там дверь серая. Это значит что? Серая дверь, это что значит? Открытая или закрытая? Синие это открытые. А серые? С другой стороны, погоди, это как бежать? А, мне туда и не попасть. Получается. Правильно же?
Тё-тё-тё-тё-тё-тё. Чё удумал-то? Руки свои распускает. Да получается, какая дверь? Ага. Получается, вот эта дверь. Да, я вот в нее вхожу. И потом... Сейчас пойду и потом... А-а-а! А-а-а! Ну да, тут дверь закрыта. Бляха! Опа-та-та-та-та-та-та-та! Вот это было сейчас опасно. Хорошо. Хорошо, что все хорошо. Я забыл про этого, который там бегает. Блях, тут еще один. Да чё мне изучать-то тебя? Короче, тебя надо... А, всё. Добегался кузнечик. Так. Тут еще дверь закрыта, смотри. Шлем. Ну, шлем это, по-моему, уже после охраны. Я там должен буду взять. Друзья, я не помню, куда идти. Так, ну в любом случае, у меня, короче, видос же подошел к концу уже. Уже же у меня видос же подошел к концу. Вот. Поэтому сохраняемся. Вот. Друзья, кто помнит? Кто помнит? Куда? Где эта маска находится? Куда мне сейчас надо идти? Вот. Напишите в комментах. Я тоже повспоминаю. Вот. Ну, кому понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.